Если сфотографировать тепловизором снаружи наши многоквартирные дома, то окажется, что многие из них отапливают улицу. К примеру, вот фотография обыкновенной высотки, а вот ее теплограмма. Видно, в каких местах дом отдает тепло. Через окна квартир, подъездов и подвала, через входные двери. Чтобы снизить теплопотери, порой достаточно простых мероприятий. Утеплить окна, в том числе в местах общего пользования, запечатать отверстия в подвалах и чердаках, элементарно закрывать за собой зимой двери в подъезд и тамбур, если нет автоматических замков на них. Есть и более дорогостоящие мероприятия, но они же и наиболее эффективны. Например, больше всего тепло теряется на старых изношенных сетях, особенно плохо изолированных. В этом доме на Чкалова 38 еще в позапрошлом году все трубы теплоснабжения и горячего водоснабжения обернули специальным изоляционным утеплителем. Отдачу почувствовали в первую же после ремонта зиму. Он сохраняет тепло внутри себя, то есть не дает трубе отдавать тепло просто в воздух подвала. То есть подвалы мы сейчас не топим. После установки вот данного утеплителя на трубы отопления и горячей воды, то есть у нас подвал стал практически холодным. То есть воздух мы не греем сейчас. Также большая экономия ощущается после установки на доме системы автоматического регулирования тепловой энергии. Умный прибор в зависимости от погоды сам решает, какой температуры подавать теплоноситель на дом и с какой скоростью его гонять по трубам. Эти системы позволяют анализировать температуру наружного воздуха раз в несколько минут и выбирать параметры теплоносителя, поступающего в дом, исходя из температуры наружного воздуха. У нас есть опыт внедрения таких систем, да, и экономия получается от 17 до 23 гигакалорий в месяц. А это уже приличные деньги, учитывая, что одна гигакалория стоит в среднем 1500 рублей.